А сегодня утром в аварии пострадали двое. Она случилась на объездной дороге. Лоб в лоб столкнулись синего «Шевроле» и «Лада Приора». Инспекторы установили, водитель «Лады» не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся со встречной «Нивой». Помощь медикам потребовалась и двум пассажиркам «Лады». По словам врачей, девушки серьезно не пострадали.